Сервіс від «Укрзалізниці». Пасажирів поїзда Ужгород-Одеса майже півгодини заливало гарячою водою. На зупинці у Львові зі стелі в тамбурі почав текти кип'яток. Вода підтопила коридор та багаж. У вагоні піднялася пара. За словами пасажирів, провідник реагував спокійно, мовляв, просто набрали більше води, ніж було потрібно. Для меня было две загадочные фразы. Во-первых, когда все-таки уже человек где-то восьмой или седьмой пошел доставать нашего проводника, он подошел, сказал, вот сейчас поедет вагон и все перестанет. Я не знаю, как это должно перестать, но у него был такой аргумент. А потом пришел какой-то усатый человек с чайником горячей воды, сказал, что просто замерз умывальник, и вот эта вода, которая лишняя через умывальник, ей не было пути, сейчас он это все растопит, и типа все это прекратится. В общем-то, все прекратилось после вмешательства этого человека. Я не знаю, как его должность называется, возможно, волшебник.